Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также пользователи форума 4PDA. Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровья, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный техническим разделам Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, вот только недавно я выкладывал прошивки Tanix TX9S, которая сейчас подключена, и также Tanix TX92. На эти две коробочки я выкладывал прошивки, и у нас сейчас обнаружился баг. Это не в самой прошивке, это в системе. Если мы здесь начинаем пользоваться пляй-пультом или голосовым поиском Василий Шевчук, как вы видели, была белая рамка. Как вы видели, выходит такая белая рамка Василий Шевчук. Выходит, выскакивает, бликает белая рамка. Значит, что нам сделать, как этот баг исправить? Значит, в первую очередь нам надо зайти в Google Play Storage. И мы заходим, сейчас я возьму оригинальный пульт. И как вы видите, вот это прыгание, вот эта рамочка. Мы заходим в мои приложения, и у нас здесь появится обновление. Что нам надо сделать? Не надо в мои приложения, а заходим вот сюда на шестеренку. И заходим в настройки. В настройках мы спускаемся вот сюда на обновление, и как вы видите, у нас стоит всегда обновлять. Нам надо поставить не обновлять на Play Storage, не обновлять обновление. И мы возвращаемся назад на главный лаунчер. И заходим вот сюда в настройки. Те, кто на моих прошивках, знают, чтобы зайти в темные настройки, мы заходим в More Setting. Заходим в More Setting, приложение. Приложение выбираем все приложения. У нас откроется список. И сейчас нам надо также раскрыть системные приложения. Открывается весь список. И мы ищем программу. Обращаю внимание, эта программа будет написана Google. Вот она. Как вы видите, Google. С ярлыком Google. И мы заходим. И что мы здесь видим? Это программа Chrome Google Android Cutnix. То есть программа, которая работает с голосовым пультом. Набор голосовой и также Fly пульт. Нам надо вот сюда удалить обновление. Мы делаем удалить обновление. Нажимаем ОК. И у нас удаляется обновление. И сейчас, если мы выходим и делаем перезапуск системы, давайте перезапустим систему. Это долгое нажатие на кнопку Power. Перезапуск выбираем. И мы перезапускаем систему. И пока система перезапускается, ребята, я еще раз обращаюсь к вам, подписчикам. Большое спасибо, ставьте лайки, поддерживайте канал. И те, кто еще подпишется, отмечайте все видео, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале.
инструкции, прошивки. Будет много чего интересного. Всем большое спасибо. И сейчас, как мы видим, наша система перезапускается. LED работает в этом боксе. В этом боксе, правда, не работают часики, но также есть прошивка. Как мы знаем, это боксы на процессоре Amlogic S912, и для них уже сегодня есть Android 9 TV-версия. И сейчас вот зайдет на главный экран, и мы сейчас еще раз используем Fly-пульт. Василий Шевчук. И как вы видите, белого экрана не было. То есть не было. Открыл мне Юрий Шевчук. Василий Шевчук. И как вы видите, все прекрасно, все нормально. Все работает. То есть у нас нет этих белых бликаний. Вот такая вот небольшая инструкция, ребята. Пользуйтесь на здоровье. Всем крепкого здоровечка. До свидания, до следующего видео.